11 января 1960 года. В СССР создан Центр подготовки космонавтов. 11 января 1960 года в Москве приказом главнокомандующего ВВС СССР Константина Вершинина была организована специальная воинская часть, задачей которой была подготовка советских космонавтов. Впоследствии эта часть, расположившаяся в Звездном городке в Подмосковье, была преобразована в Центр подготовки космонавтов ВВС. 24 февраля 1960 года начальником Центра подготовки космонавтов ЦПК был назначен полковник медицинской службы Евгений Карпов. К началу марта 1960 года была отобрана группа из 20 будущих космонавтов. 7 марта 1960 года в первый отряд космонавтов были зачислены 12 человек: Иван Аникеев, Валерий Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов, Виктор Горбатко, Григорий Нелюбов и Георгий Шонин. Позже в этот отряд космонавтов были зачислены Евгений Хрунов, Дмитрий Заикин, Валентин Филатьев, Павел Беляев, Валентин Бондаренко, Валентин Варламов, Марс Рафиков и Анатолий Карташов. В первом отряде космонавтов были 9 летчиков ВВС, 6 летчиков ПВО и 5 летчиков морской авиации ВМФ. Летом 1960 года была выделена группа из 6 космонавтов: Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Григорий Нелюбов и Валерий Быковский. Эта группа продолжила непосредственную подготовку к первому полету человека в космос. Все эти 6 космонавтов 17 и 18 января 1961 года успешно сдали экзамен для первого полета в космос. 12 апреля 1961 года первый космический полет совершил Юрий Гагарин, его дублером был Герман Титов, резервным космонавтом был Григорий Нелюбов. В 1968 году в целях увековечивания памяти о космонавте номер один постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР Центру подготовки космонавтов было присвоено имя Гагарина. Сегодня Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина – главное российское учреждение по подготовке космонавтов.